вами Одесса, 2 апреля 2022 года. По сути, юморина вчера не было как таковой, вы видели уже. Что по обстановке в городе? Сирен было очень много, с 3:30 ночи, по-моему, 3:40 ночи. Не умолкали, но я об этом прочитал только в новостях утром, даже не слышал. Еще у нас спалили кафе в Аркадии. Или оно само загорелось, неизвестно. Вот сейчас идем смотреть. Глянем, покажем. Оставайтесь с нами. Ну, еще сегодня утром прочитал заявление о том, что в Приднестровье активировались войска. И что вроде как скоро будут зажимать Одессу со стороны Приднестровья. Не знаю, так пишут официальные источники, так это или нет. Я просто передаю вам то, что читаю в сети, в официальных источниках. Все ближе и ближе к Аркадии, видите, наш рыжий КТ на месте маленький. Сидит. Короче, слухи преувеличены. Горела крыша у Реберни Львовской. Мангал просто растопили, видимо, как-то неаккуратно, и все. Загорелась крыша. Ну, пожарники приехали, потушили. Так что ничего особенного. Но парень говорит, что им звонят, тут говорят, спрашивают все, стреляли, по-моему, не стреляли. Вот. Не стреляли, все в порядке.